возвращаемся к нашим этим. Их еще много, этих баранов. Но я начну со своего извинения. Первый баран я специально подчеркнул. Нет, нет, это я. Вот. Дело в том, что я совершил страшную ошибку, которую я не имел права совершить. Сработало, как оно называется, эмоции, которые меня захлестнули, которые лишили меня разума. Когда на экране конференции, видеоконференции, которую мы проводили на Урале, я увидел эту книгу, услышал фамилию автора, я это принял за другого. Очень похожая фамилия, почти одинаковая. И Бог меня лишил разума, и я, не видя автора этой книги, тут ничего не видно, увидел вот эти абрикосы, вот. И хорошо, что меня поправил мой друг. Вот. Я тоже, мы продолжаем его книгу, мы еще не все изучили. Видите, Неметов Алексей Юрьевич. И вот он мне прислал такое письмо, что это книга, мизерный тираж совсем другого автора. И я оказался таким лохом, ну, сам себя называл болваном. Или как там, вот она эта книга, автор Авдеев, который никакого, я написал без попутал, никакого отношения не имеет к тому человеку, а тот человек с похожей фамилией, тот, да, действительно, я как бы оправдываюсь, сыграл жуткую роль в моей жизни. Я был на вершине успеха, меня уже знала практически вся страна, меня печатали крупнейшие газеты. Потом началось, где-то поступила команда «Не сметь». Вот. И вот человек с такой же фамилией, похожий на нее, взял и написал письмо в редакцию крупнейшей газеты. У меня все абрикосы погибли до плодоношения, у меня доктор наук, уже железо абрикосов быть не может. Точка. Письмо лежит в моем архиве. Вот. Поэтому меня бесстыдно и попутал. Принял одного за другого. Я прошу прощения у профессора Авдеева. Он не имеет никакого отношения к тому, о чем мы будем еще много-много говорить и вспоминать. Так, вот, сказал, может быть, легче будет на душе. Стыдно, страшно.